Пьер Бомарше. Драматург, дипломат и бон-диван. Вы можете мне помочь? Цензоры ополчились на новые пьесы. И на мою тоже. Они заплатили критику за негативный отзыв, чтобы потом закрыть спектакль. Не могли бы вы выкрасть отзыв, а потом успокоить цензоров? Это именно бунтовщиков. Лучше побыстрее. Говори! Народ любит плохие отзывы. Теперь с Бомарше покончено. А ведь я пьесу даже не видел. Чем вы меня обвиняете? Развяжут, как Франц, с дурацким выговором. Да, ты точно, Рейн.